красавица Елизавета Филипповна, копия своего папочки, нашего Филиппа, только светлее, палевого окраса, короткошерстная, девочка без дефектов, стандартного размера. Девочка перспективна в разведении, в принципе. На сегодняшний день у нее все в порядке и с размером, и с зубками. Квадратненького телосложения, низкая на лапках. Вот такая вот красота. Кому интересно, обращайтесь в личные сообщения. Мы находимся в Симферополь, Крым. Доставка по России оговаривается индивидуально. Есть много видео из жизни нашего питомника Чихуахуа Костропола. Смотрите, подписывайтесь в Ютубе, в Инстаграме. Вот такая вот у нас кукляха. Девочки, очень классный характер, самостоятельная, нетрусливая, отлично кушает. Такой ребенок беспроблемный. Вот такая вот девчонка. Очень похожа на папу, ну и на маму. Мама с папой вообще, они очень похожи. Есть фото, видео на родителей девочки. Папа лучший производитель клуба 2019-2020 года в нашем городе. Такой вот ребенок. Девочке 3 месяца, она полностью привита и готова к переезду.